Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Ілля Пономарьов, депутат Російської Держдуми у 2007-2016 роках, з 14-го року живе в еміграції, засновник «Утра февраля». Ілля Владимирович, приветствую. Доброго дня. Илья Владимирович, начать наш с вами сегодняшний разговор хочу со свежего поста в социальных сетях, значит, министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта. Написал он следующее. Венгерское правительство работает, а провоенные политики могут пристегнуть ремни. И такой восклицательный знак красного цвета. Все, кто, значит, могут ознакомиться с его постом в социальных сетях, как вам такой поворот? Ну, я вижу, что действительно Орбан там развернул бурную деятельность. Но здесь же вопрос в том, что таких людей, которые, может, даже искренне верить в то, что вот они сейчас придут, как великие миротворцы, и всех там, значит, помирят, усадят за стол, там, нормализуют ситуацию, они неминуемо столкнутся с ситуацией, что противоречие это между Россией и Украиной носит объективный характер. Они все упираются в одну фигуру, у которой есть имя и фамилия. Это Владимир Владимирович Путин. И пока данный господин находится в Кремле, и вся система власти путинизма, она существует и выстроена в том виде, в котором она есть, то в этой ситуации нету предмета для примирения. То есть, ну, хорошо, можно там в крайнем случае договориться о каких-то временных решениях. Но эти временные решения, они категорически Украине невыгодны, это все прекрасно понимают, не только Украина, весь мир это прекрасно понимает. И как бы, в общем, все хотели бы мира, и понятно, что и украинцы этого хотят, и европейцы хотят, и американцы хотят. Но это не может быть мир, умиротворяя агрессора, который позволит ему сделаться еще более сильным и потом вернуться с удесятеренной силой. Имела только что вот разговор с Леонидом Гозманом, который утверждает, что вот эти ваежи на этой неделе Орбана и на следующей, он уже ведь с 8 июля анонсирует какие-то сюрпризы, имеют исключительно характер его личного политического пиара. То есть таким образом он пытается отвлечь в том числе и внимание от каких-то своих коррупционных дел. Согласны ли вы с таким утверждением? Либо Орбан сейчас какой-то хочет вот за тот период, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС, приобрести какой-то серьезный политический вес, чтобы потом его во что-то трансформировать? Вы знаете, я думаю, что для политика грань между, так скажем, чистым пиаром и вот политическими интересами провести довольно трудно. Потому что, с одной стороны, ну, объективно, каждая страна, которая председательствует в Евросоюзе, она пытается сделать что-нибудь такое, чтобы ее председательство запомнилось. Да? Вот явно Орбан, соответственно, там, думает о том, как бы добиться какого-то прорыва с точки зрения безопасности. Вот у него есть эти полгода, и вполне возможно, что он думает, что вот он сейчас начнет, а дальше придет к власти Трамп в Америке. И Трамп тоже будет действовать в эту же самую сторону. И, глядишь, это удастся сделать, а потом он скажет, ну вот я это начал. Я Виктор Орбан, великий миротворец, смотрите. И это, конечно, для него будет таким, ну, важным фактором. Глядишь, может быть, и Нобелевскую премию мира дадут. Вполне возможно, что есть в этом и какая-то финансовая заинтересованность. Потому что понятно, что от Москвы Венгрия в целом и Орбан в частности имеет определенную зависимость. И сейчас будут решаться, например, поставки газа в Венгрию. Совершенно непонятно, как это будет делаться, потому что, ну, другого пути, кроме как через украинскую территорию, нет. Там есть план о том, чтобы формально это был там азербайджанский газ, да, там, значит, по сложной схеме взаимозачетов, но физически все равно это будет российский газ, а для этого газотранспортная система должна работать, она не должна быть уничтожена российскими бомбардировками, которые уже начали по ней бить, соответственно, это тоже является фактом зависимости от Москвы, а Москве вполне выгодно, что вот сейчас там саммит НАТО, например, если у там колеблющихся членов на столе будет одновременно лежать
предложения по там, радикализации, интенсификации, там, дополнительной помощи Украине, а с другой стороны Орбан будет говорить, я, вы знаете, я вот тут сейчас всех проехал, и вот знаю, что мы можем договориться, давайте, дайте мне возможность, как это любят говорить, дайте миру шанс, да? Дайте мне немножко времени, и все будет нормально. Ну, то есть у многих возникнет такой соблазн. Я думаю, что когда он анонсирует про какие-то такие вот сверхъестественные действия в ближайшее время, я думаю, что он имеет в виду встречу в Соединенных Штатах. Я думаю, что он собирается встречаться не только с Байденом, но и Трампом, и будут делаться какие-то громкие заявления. После встречи уже с Трампом, получается, да. Так? Угу. Или на этой встрече совместное заявление. Интересно, будем следить за его выезжами на следующей неделе и их результатом. Как вы относитесь, Илья Владимирович, к тем сливам, значит, ну, миротворческих, да, вот этих вот инициатив, которые появились на этой неделе? Уж очень много об этом писала и западная пресса, и у нас было также сливов вот этих возможных, да, вариантов. Что это все такое? Видите ли вы тут какую-то определенную политическую технологию? Знаете, я тоже вот подхожу к этому не с точки зрения технологии, а с точки зрения вот таких вот базовых инстинктов политиков. Сейчас общее ощущение, которое доминирует в международных элитах, о том, что рано или поздно, ну там, скорее всего, в конце этого года, зимой, какие-то переговоры между Украиной и Россией начнутся. Приведут они к успеху, не приведут они к успеху, вопрос на самом деле в данном случае десятый. Важно то, что то есть люди верят в то, что что-то такое будет происходить. А раз это будет происходить, то, конечно, это способ набрать собственные политические очки, предложить какой-то план, сказать, вот а у нас есть точное видение, давайте мы поработаем посредниками, давайте мы поучаствуем во время этих переговоров. А если будет принят именно тот план, который выдвинул конкретный политик, для него это, ну, вот звездочка на погоны, то есть это повышение его международного статуса и авторитета. Поэтому я думаю, что сейчас в эту игру будут играть довольно многие. Я, знаете, даже решил к понедельнику написать статью с инвентаризацией всех, значит, мирных предложений, которые на данный момент звучат. У меня уже получилось 3 страницы текста, вот, что звучали там. Индия, Какое резюме? Этого всего. Какое резюме этого всего? А резюме простое, что никто не имеет никакого четкого плана. И я думаю, что на самом деле единственный работающий план – это разгром агрессора. Но разгром невозможен без того, чтобы не устранить лично Путина в Москве и не демонтировать путинизм. Вот это является ключевым вопросом. Как только там, международные политики примут этот постулат, о том, что все упирается в конкретный политический режим в России, и, соответственно, надо говорить не про передвижение войск на поле боя, там, количество оружия, которое есть с обеих сторон и так далее, а по поводу того, чтобы устранить агрессора, устранить, собственно, причину войны, без этого просто ничего не произойдет. Все остальное – это чистой воды маневры. У Запада есть 2 инструмента. Ну, во-первых, вооружить всем необходимым вооружением вооруженные силы Украины. И второй – это санкционный механизм. И по этим двум моментам, вот относительно необходимых вооружений, тут мы наблюдаем, что это очень и очень медленно. Ну, а по поводу санкций уже не одна публикация была о том, что теневой флот как работал, так и продолжает работать, и угрозы каких-то вторичных санкций, они, ну, на практике пока либо сложно реализуемы, либо их не хотят просто реализовать. Почему эти два инструмента, вот, если и работают, то с натяжечкой на 50%? Просто по одной очень простой причине, потому что нету цели их применения. Вот есть там современный молоток, там заостренный нож, там классная удобная лопата. Но в какую сторону копать, какие гвозди забивать и кого резать, непонятно совершенно. Потому что Запад категорически не хочет на данный момент вот согласиться с этим тезисом о том, что нужно устранить Путина. Они боятся там гражданской войны, расползания ядерного оружия,
хаоса, непредсказуемости и так далее. То есть, и поэтому они не хотят быть теми людьми, которые к этому призывают. Они, в общем, ну, конечно, никто Путина не любит. Да? Думаю, что даже Орбан тоже вряд ли является большим фанатом. И если бы там что-то произошло в Москве, все бы сказали, ну, слава богу. Вопрос только, а кто это должен сделать? Да? И вот Запад точно не хочет брать на себя за это хоть какую-то ответственность. Украина, которая зависима с точки зрения получения финансовой помощи, военной помощи, вынуждена прислушиваться к тому, что говорят западные политики, а западные политики говорят, не-не-не, давайте вот, то есть вот без экстремизма там. Вот. И, соответственно, Украина тоже не сильно газует в этом направлении, ожидая, там, что вот сейчас решим наши тактические задачи, потом будем думать про эту самую стратегию. Но оружие и деньги, их можно бесконечно закачивать. Оружие будет всегда заканчиваться, деньги тоже будут всегда заканчиваться. Таким образом, войну на истощение выиграть очень трудно. То есть Запад должен для этого принимать не разовые решения о той или иной помощи, а о том, что он готов бесконечно финансировать Украину в определенном объеме, там, и, соответственно, что из этого можно планировать какие-то ресурсы. Пока войну на истощение, к сожалению, выигрывает Россия, которая очень большие финансовые поступления за счет плохо работающей санкционной политики, которая плохо работает из-за того, что у нее нет цели. Соответственно, за счет этого у них много денег, которые они вкладывают в армию, вкладывают, извините, в мобилизацию новых солдат, вкладывают в производство новых вооружений, постоянно выбивают, соответственно, инфраструктурные объекты на территории Украины. Поэтому этим можно в таком режиме заниматься бесконечно. А демонтаже системы изнутри, российской системы изнутри. За эти два года мы неоднократно с вами обсуждали разные варианты, а почему же молчат элиты российские. Страшно им, либо выжидают подходящего момента. К какой точке мы пришли сейчас? Почему они молчат? Они уже встроились в эту систему? И их все устраивает? Или они в этом состоянии анабиоза продолжают быть, ожидая какого-то подходящего момента? Ну, вот режим ожидания – это самое точное, да, описание. Ну, давайте подумаем, как мы сюда пришли. То есть в начале войны, поскольку все понимали, что это там стратегический тупик, и сейчас они это понимают, это ощущение никуда не делось, оно по-прежнему присутствует в России, в российских верхах. Но в начале войны была вот непосредственная угроза. И все там очень активно бегали, там, пытались договориться, куда занести, там, сколько, чего, с кем договориться. То есть как из этого, в общем, «Титаника» выпрыгнуть. Сейчас все увидели две вещи. Первое, что с ними никто не хочет договариваться, у них нет возможности спрыгнуть. Их хотят утопить. Ну, раз утопить, значит, надо держаться поближе к капитану, соответственно, потому что он-то точно будет стараться каким-то образом выжить, и они поэтому держатся поближе к Путину. Но, во-вторых, не только мы с вами читаем «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», но и в Москве богатые люди тоже понимают по-английски и тоже читают те же самые издания, несмотря на все проблемы с интернетом. И там им черным по белому пишутся о том, что, ребята, скоро будут переговоры. Так или иначе, что все ищут, весь мир ищет пути о том, каким образом начать переговоры. Но какой должен сделать вывод нормальный человек? Он должен сделать вывод, что надо подождать, ситуация каким-то образом изменится, не стоит рисковать сейчас, потому что, как знать, может быть, через полгода рисковать будет не надо. Деньги есть, в Москве жизнь достаточно комфортно. Если что, можно всегда слетать в Дубай или на Бали. Вот, что, собственно, они активно и делают, и ждут, ждут, ждут. Ну, это если не начнется какое-то антикоррупционное расследование. А сейчас, собственно говоря, эти дела, их все больше и больше. С чем вы связываете очередные, вот там и относительно Иванова было новое дело. Кстати, по поводу Орского губернатора, экс-губернатора, тоже вот свежая информация, попал он в скандал в связи с дубайской недвижимостью его детей. Как у вас это хорошо прозвучало, Орский, да, то есть вот, но на самом деле... Оговорки не случайно, да. Да, 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 на самом деле Орский и мэр, да, но да. Ну, смотрите, все же вот эти вот истории, они начинаются вокруг
так или иначе конкретных проступков, да, которые люди совершили. Вот в том случае там украли деньги на дамбе, а вот она взяла и прорвалась, да, то есть не прорвалась, он бы сейчас был мэром, к нему какие вопросы, да, то есть вот, он все делал по правилам, голоса Единой России, значит, от веренного ему города он вполне себе обеспечивал нормально, ну, вот дамба прорвалась там, да, возникли проблемы, нужно было кого-то сделать крайне. Точно так же Мышей этот сделали случай, крайними. ну, сделали, да, значит, Грызунов, да. есть там Министерство обороны, да, там, значит, где Владимир Владимирович по-пацански пообещал господину Пригожину, что он разберется. Ну, вот он и разобрался, значит, со всеми людьми по списку, да, там, значит, новая команда, новая метла, новая политика, да, значит, старых посадили. Нет, конечно, российские элиты ощущают увеличение внутреннего давления. Это, ну, точно есть, и все мои разговоры с теми, кто там, значит, с той стороны линии фронта, они говорят, что да, то есть людям так это страшноватенько, да, то есть вот, что вот по законам военного времени может и прилететь. Но все равно вероятность этого, они считают, многократно ниже, чем там то, что вот будет там по линии Запада какие-то проблемы. Кроме того, с неприятностями внутри России это все-таки для них зло привычное, они знают, как договариваться. Может, это иллюзия, скорее всего, это иллюзия. Но они думают, что на эту ситуацию они как раз могут влиять и каким-то образом выпутываться. А из ситуации с Западом, санкциями и так далее, они как договариваться не знаю, для них это темный лес тоже, опять-таки, абсолютно рискованный. Поэтому все боятся, что они мосты сзади сожгут, а ничего нового не приобретут. Но для вот элит, то, что вы говорите, получается ситуация, как между молотом и наковальней сейчас. Ну, этот элемент есть, но просто наковальня далеко и довольно мягкая. А молот, вот он здесь родной. И поэтому, то есть, вот аккуратно, аккуратно, бочком, бочком пересидеть там, но никаким образом не действовать. Это очень плохо. Это наш прокол, это наша недоработка. Если бы еще раз скажу, что в этой санкционной политике это было бы не теоретически, да, то есть, что нехороших людей надо давить, да, а было бы задача, да, то есть нам нужно добиться там раскола элит, нам нужно, чтобы на нашу сторону перешло там как можно больше людей из России. Причем надо даже конкретизировать, кого именно мы хотим. Мы хотим, чтобы там переходил бизнес и приносил в Украину деньги, или нам нужны государственные чиновники, или нам нужны там талантливые инженеры и программисты, которые работают на военных производствах. Кого мы хотим? Да, может быть, всех хотим, да, то есть вот, ну, какие-то приоритеты. Значит, то исходя из этого и нужно выстраивать санкционную политику. Для бизнеса это крайне простая история. Нам надо людям ставить четкие условия. Ребята, там, мы знаем, какой у вас капитал. Так, 50% в Украину, 50% остаетесь себе. У нас к вам нету вопросов, там, сидите себе где-нибудь на Лазурном берегу. Ну, например, да? Вот, и как бы, то есть мы договорились. То есть с ними очень просто эту политику выстроить. Но на данный момент просто нету такого желания. Есть желание наказывать, есть желание давить. А в этой ситуации всех тех, кого мы таким образом наказываем, мы просто прибиваем их к врагу, к Путину и усиливаем тем самым противника. По итогу элиты не раскололись, но хоть какой-то полураскол наметился, или наоборот, еще большее сплочение по итогу Сейчас. этих вот 2 лет санкционной политики, которая, ну, не работает так, как нам бы того хотелось. Максимум раскола был в 2022 году. Сейчас пошел обратный процесс уже года полтора, и вот на данный момент он достиг своего пика, на данный момент большого количества желающих оттуда что-либо сделать просто нет, потому что они в это не верят. Они сидят и ждут, и будут ждать, пока они получат четкого сигнала о том, что тропинка на выход, вот она, и имеет смысл по ней идти. Ну, четкий сигнал, как он должен выглядеть, это какие-то гарантии должны быть. Тем более, если вот уже сейчас максимально эти все элиты сплочены вокруг Путина. Да, конечно, но легко дать этот самый сигнал. Запад должен четко сказать, вот там служба единого окна,
Значит, вот есть конкретный человек, который там, значит, принимает ваши заявки, то есть делать вы должны раз, два и три. Но это многократно в материалах группы Ермак-Макфол было написано, что именно необходимо сделать, да, но кто, собственно, ставит галочку о том, что эти шаги сделаны, да, вот, то есть это должен быть назначен человек, служба, орган, понятно, и так далее. И должно быть четко и громко сказано о том, что, ребята, вот если вы это сделаете, то, значит, вы считаете, значит, перешли на нашу сторону. То есть здесь просто главное, это фундаментальный такой психологический вопрос, что большинство людей, особенно простых, но даже и западных там, лиц, принимающих решения, все равно воспринимают санкции как наказание. А как наказание они не должны восприниматься, потому что наказание любому человеку может назначать только суд в результате процедуры, при которой ему выдвигаются обвинения, а он там, значит, имеет возможность сказать свои какие-то слова в свою защиту. Санкции это именно что инструмент давления, это инструмент политики, это побуждающая мера, заставляющая людей, если они хотят приезжать в какую-то страну, вести там бизнес, то соответствовать каким-то требованиям, правилам, которые эта страна к ним предъявляет. Для этого эти правила и требования должны быть четко сказаны, а у человека должна быть возможность для себя решить, он хочет соответствовать этим требованиям или не хочет. Если не хочет, то, значит, ему никто не может его заставить, а если хочет, то кто-то должен там поставить печать, когда он ему сказал, я все сделал. Еще один вопрос с вами хочу обсудить. После так называемых, да, президентских выборов в России Путин начал совершать выезды в те страны, куда он еще может летать. Но не только это. Вот Нарендра Моди, например, летит в Москву. В Блумберге сказали о том, что этот визит подрывает те усилия, которые сделал Запад по международной изоляции Путина. Скажите, пожалуйста, а почему так произошло, как считаете? Опять же, если мы берем в сравнение 22-й год и вот 24-й, картину, которую видим сейчас. Ален, я не считаю, что там что-то подрывает, потому что Моди за время войны был на территории России, ничего нового в этом нет. Индия играет ключевую роль на данный момент в обеспечении Российской Федерации деньгами, потому что покупает российские энергоносители. Это было, опять-таки, с первого же момента широкомасштабного вторжения. Вот. Ничего здесь не изменилось. И, кстати, открыто сказано, что цель визита Моди – это именно обсуждение торговых дисбалансов, которые есть в отношениях между Россией и Индией. Это, собственно, основной вопрос. То есть они покупают так много. А в индийском МИДе заявили о том, что хотят они, чтобы их граждан не вербовали на войну, не обманывали, и, мол, вот они вокруг этого только сакцентировали внимание. Ну, я не знаю, что они сказали. До сих пор в прессе звучало обсуждение экономических вопросов торгового дисбаланса между двумя странами. То есть, ну, может быть, то есть это врут в Москве, может быть, врут в Дели, может быть, врут и там, это на самом деле не важно. Но каких-то массовых индийских полков на фронте я не видел. И у меня нету даже, то есть, на уровне слухов такой информации, что какие-то там, значит, вооруженные сипаи, значит, ведут борьбу, значит, в полях Украины. А вот то, что происходит, приходят миллиарды долларов в российский бюджет через Индию, это такой факт совершенно очевидный есть, и товары двойного назначения приходят по этой линии и так далее. Поэтому, конечно, я считаю, что на Индию надо давить, но Индия как занимала всю жизнь еще во время там, холодной войны позицию там, неприсоединения, так она ее занимает и сейчас. То, что мир дал возможность Индии быть той точкой, через которую происходит обход санкций Российской Федерации, главной точкой, я подчеркиваю, да, основные деньги, которые, самая большая доля этих денег, которые приходят в Российскую Федерацию, приходит именно через индийский канал. Это, я считаю, ну, то есть индусы всегда будут использовать любую возможность. Они очень торговые люди, ориентированные на денежные потоки. А вот то, что мир это дал возможность, это, я считаю, наша проблема, наш косяк. Не должны были мы возможность давать это делать. И сейчас мы должны надавить таким образом, чтобы этот канал прикрыть. Это нам об этом надо говорить прежде всего. И потом уже предъявлять моде,
качестве принятого и согласованного странами Запада решения. Что сейчас питает российскую экономику? Внешние вливания больше или какие-то, я не знаю, внутренние ресурсы? То, что они перестроили ее на военные рельсы? Ну, фактор роста – это действительно фактор внутреннего спроса, связанного с переориентацией на войну. То есть идет очень большой государственный заказ. Этот государственный заказ создает рабочие места. На этих рабочих местах платятся большие зарплаты. С этими большими зарплатами люди идут в магазины, покупают товары, которые, опять-таки, производятся внутри страны, и тем самым вся экономика двигается вперед. Но возможность оплатить зарплаты, она, значит, приходит откуда? Для того, чтобы, то есть, какие-то деньги как-то потратить, значит, надо их где-то взять. Ну, вот как они в тумбочку попадают. А в тумбочку они попадают прежде всего из Индии и Китая, которые покупают российские энергоносители. И в условиях того, что мы выбили большое количество западных компаний из России, которые были каналами вывода денег, ну, за счет там, значит, импорта, да, то есть сейчас импорт в России очень сильно снижен по сравнению с нормальным уровнем, а с экспортом ничего не произошло. В итоге торговый баланс очень высокий, и вот эти деньги в конечном итоге и тратятся на войну. Еще один вопрос, Илья Владимирович. Как вы оцениваете политический климат сейчас в Европе? Ну, сейчас все смотрят за тем, что будет происходить во Франции. Вот сейчас идет как раз второй тур выборов. Все смотрят там, что, чем это дело закончится в следующем году. Выборы в Германии, локомотива Евросоюза, значит, только что там, значит, сменилась власть в Великобритании. Это все подсказывает, да, то есть создает ощущение о том, что в Германии может что-нибудь подобное радикальное, значит, соответственно, произойти и так далее. Это делает всех политиков чувствительным прежде всего к внутренней повестке дня в гораздо большей степени, чем ко внешней. Ну, плюс, конечно, фактор Трампа, который висит из Америки, он и в области внешней политики заставляет там всех занимать тоже такую вот выжидательную позицию. Я поэтому бы не обобщал бы в Европе вообще, потому что, ну, большинство крупных стран все равно будет жить своей внутренней проблематикой. Я бы конкретно смотрел о том, что происходит в странах Балтии, Польши, то есть тех странах, которые, ну, что бы там ни происходило, они вынуждены должны быть ключевыми союзниками Украины и, соответственно, ключевыми оппонентами путинизма. И вот там, соответственно, я считаю, должен быть основной вектор там украинской дипломатии и вектор сотрудничества и с российским сопротивлением тоже. А там есть над чем думать, потому что в Литве вот сейчас пройдут выборы тоже осенью, на которые явно сменится власть в стране, действующие консерваторы полным ходом идут к своему поражению. А с Польшей, как вы знаете, в Украине сейчас отношения крайне нелинейные. Они вроде как союзнические, дружеские и так далее, но они очень такие волнообразные. Илья Владимирович, благодарю за интересные обзоры, за интересную беседу. Будем следить за развитием событий и ждем вас на наших стримах в ближайшее время. Спасибо большое, всегда рад.